Хотела сказать, что здесь все натурально. Он застрял на границе с Россией. Смотрите, какие они классные. Какие красивые домики. По корейским меркам вот здесь можно спать. Свои курочки. Вот итальянец, а вот шеф-повар. Выглядит очень красиво. Это настойка, мне кажется, вообще от всех болезней. Привет. Сейчас нас будут проверять температуру. Это просто какая-то тачка из будущего. Смотрите, какой вид. Вот здесь выбирают мяско. Корейский суп по типу нашей окрошки. Сейчас как ниндзя стану. Там со льдом, видите? Вот это вот, это лед. Хотела вам показать всю красоту. Рэббит! Здесь снимали драму. Страусы. Вот он. Я их боюсь вообще до ужаса. Моя. Твоя? Это я папе на день рождения подарю. Собираем вещи, едем за город отдыхать. Завтра у мужа день рождения. Я заранее приобрела подарок, но он застрял на границе с Россией. Я купила ему блокнот индивидуальный. И мне пришлось купить такой резервный подарок в Dior. Подарок есть, вещи собраны. Едем! Забрали родителей, сейчас едем на обед. Пришли в итальянский ресторан, вот так накрыли для нас всякие итальянские хлебушек. Вообще директор этого ресторана итальянец, а шеф-повар кореец, который раньше работал в Италии много, в других ресторанах. Смотрите, как там красиво. Смотрите, как красиво. Здесь все натуральное, все свое. Видите, цыплята, курочки, собака. Все овощи, которые здесь представлены в меню, они все из огорода из своего. Хочу вам показать еще уточек. Смотрите, какие они классные. О, какие они стаденькие. Вообще, я птицу не ем уже много лет. Очень-очень много лет. Вот здесь вот белочка, смотрите. О! Привет. Привет. Свои курочки. Все фермерское, домашнее, самое выращенное. Ой, смотрите, яички. Ничего себе. Нам принесли комплимент. Масло, хрустящие палочки, хлебушек и водичку с лимоном. Еще хлебушек. Принесли пиццу, помидорки вяленые. Мне кажется, пицца вообще божественная. И еще одну пиццу горгонзола. Лобстера. Будем кушать. Выглядит очень красиво. С чесночком. Принесли мою лазанью. Я прям хочу ее попробовать, потому что от итальянского повара. Принесли нам десерты. Смотрите, вот он итальянец. Вот итальянец, а вот шеф-повар. Нам здесь очень понравилось. И на самом деле, если вы будете в Корее, я напишу локацию, и в этот ресторанчик обязательно загляните, если у вас получится. Нам очень понравилось, просто нереально вкусно. Да. Сейчас нас будут проверять температуру. Мы сейчас припаркуемся, зарегистрируемся и поедем в наш номер. Я вам покажу все.
заполняем документы по вирусу. Обязательные, стандартные. Смотрите, какие красивые домики. Они как будто бы из сказки, из какой-то замки. Наша комната. Смотрите, как у нас здесь шкафы в самом начале. Идут коридорчик. Здесь холл большой, кухня, можно приготовить что-то. Большой телевизор, каминчик. Смотрите, здесь тоже можно спать. Вообще, по корейским меркам, вот здесь можно спать на полу. И они спокойно себя хорошо чувствуют. Вот этот вот матрас кладут на пол, и все. И вот подушечки. И все, и они отлично спят. В общем-то, три туалета. Сейчас покажу. Ну, здесь все стандартно. Там еще одна комната, две кровати. Смотрите, вот такая большая терраса, можно здесь покушать. Смотрите, какой вид! Вау! Вид просто бомбический. Вот здесь летом работает все. Ну, в период карантина, конечно, видите, все закрыли, печально. Видите, на машинках маленьких передвигаются. Потому что территория огромная. Всем приятного просмотра. Нам приятного отдыха. Все, идем гулять. Мы приехали ужинать. И смотрите, что я увидела. Просто нереальная тачка крутая. Божечки, я быстрее захотела ее снять. О, смотрите, какая красотка. Мамочки, просто невероятно. Я хочу на ней прокатиться. Вы посмотрите, какие диски. Сейчас хоп, такой кто-то выходит. Что снимаешь? Блин, просто она нереальная. Она какая-то космическая. Кто на ней приехал? Кто? Это просто какая-то тачка из будущего. Ламборджини, Ламборджини. Ладно, вернемся к нашему ужину. Вот здесь мы будем ужинать. Здесь мы уже кушали. В прошлый раз нам понравилось. Проверяют температуру. О, классно. Вот здесь выбирают мяско. И на втором этаже нам его жарят. Ох, если честно, мне сейчас говядина очень необходима в моем положении. Поэтому... как бы я не хотела его не есть, его надо есть. Ну и, как всегда, какие-то сувенирчики. О, это женьшень! Ребятки, это женьшень, настойка женьшень. Еще какая-то... это да! 80 тысяч стоит, 96. Женьшень, не дешевый. Не дешевый совсем. Смотрите, какой он классный. Это настойка, мне кажется, вообще от всех болезней. Еще тут какие-то листики добавлены, видите? Мед натуральный, всяческий. Ну, я знаю, в России много меда, мне очень нравится киргизский. Так, вяленое мяско. Вот это суп. То есть здесь только бульон. Продается бульон, вы его несете домой, делаете из него там суп какой-то или что-то. У нас тоже дома такой есть. Очень удобно и натурально. Нам выделили вот такую вот комнату. Сейчас вам покажу. Здесь закусочки. Здесь жаровня. Здесь будет жарить нам мяско. Видите, вытяжки. Вот вытяжка. И вот вытяжка. Все, кто меня давно смотрят, знают, что эти все закусочки, они бесплатные тут. Вот принесли угли. Сейчас будет жарить мясо.
холодный, с лапшой. Лапша, яйцо, огурчики. Знаете, что это по типу нашей окрошки, вот летом? Очень они любят, вот прям там со льдом, видите, вот это вот, это лед. Еще кладут туда уксус и горчицу. Здесь мы заплатим за наш стол. Вот ресторан как называется. Нам сам не дал. Половина человека. Машинка еще стоит. Я же это красотка. Моя. Твоя? Это я папе на день рождения подарю. Посмотрите, как вечером все красиво подсвечено. Классно. В общем, если вы вдруг будете в Корее, обязательно приедьте сюда, в это место. Здесь много очень развлечений. Вам здесь очень понравится. Здесь есть как для детей, так и для взрослых. Зимой здесь есть лыжи. Горнолыжный курорт здесь. Круглый год можно сюда приезжать и наслаждаться природой и отдыхом. У меня камера что-то не берет. Кажется, нужно покупать специальную камеру для влогов. Как вы думаете, картинка нормальная или немножечко нужно ее почетче сделать? Это тебе не нужно. Эндер. О, май гад. It's beautiful. It's wonderful, beautiful. Доброе утро. Пошли завтракать. Сегодня досталось Артему спать на полу. Видите вот этот вот кокон? Ку-ку. Просыпайся, пошли завтракать. Сейчас как ниндзя встану. Ну-ка, давай. Мы поехали на завтрак. Смотрите, как классно. Был дождь. И очень свежо. Просто нереально. Гоу-гоу-гоу. Сонно-Пиридзе에서 아침 먹으러 왔어요. 이렇게 그만한 분이에요. 지하 2층 가셔야 될 거예요, 주차공간. 아, 예. Здесь будет у нас завтрак. Будем кушать здесь. Рой 1. Вот здесь будем кушать с видом. Ой, как красиво, смотрите. Хлебушек, тосты, фрукты, все как всегда. Корейская еда, тоже кружочек такой корейской еды. Белые сосиски. Сосиски. Фасолька. Рис корейский. Скрэмбл. Не так много, но и достаточно. Пока мы уже собирали, уже солнышко вышло. Его тут набрали понемножечку. Завтрак должен быть сытным, но небольшим, не плотным. Хотела вам показать всю красоту. В этом здании мы тоже отдыхали. Здесь более такое простенькое, простенькие номера. Но зато вот смотрите. Там рядышком есть аквапарк большой. Собственно, здесь ресторанчики всяческие. Смотрите, горы, как красиво. Как это красиво, боже. Просто невероятно. Если бы смогла я вам передать вот эту вот всю атмосферу и красоту. Если вы будете здесь, в Корее, я оставлю ссылочку, как найти это место. Оставлю локацию. Приезжайте, здесь просто невероятно. Вот посмотрите, вот горы. И посмотрите, как от них идет такой пар,
вчера было жарко, сегодня прохладно. Вот этот вот пар поднимается, так классно, так красиво. У нас на территории отеля есть конный комплекс. Здесь бегают лошадки, проходят соревнования. Сейчас посмотрим, что здесь есть. Так, я первый раз вообще, если честно, здесь. Вон они, лошадки, смотрите. Вау, сегодня будут какие-то соревнования, все собираются. Вот, видите, лошадки. Это идет разминка здесь. А потом уже они будут вот там на большой площадке выступать. Здесь можно переправиться на другой остров с помощью канатной дороги. Но мы поедем на корабле, на кораблике на маленьком, на другой остров. Вот мы купили билеты, в общем-то, получилось 900 рублей с человека. А мы поедем на этом корабле по морюшку на другой остров, в общем-то, все, побежали. Мы проходим через вот такой вход. Здесь нужно отдавать билетики вот этому молодому человеку, который проверяет температуру. Вот здесь вот все ждут. Красиво! Смотрите, я даже надпись на русском увидела. Представляете? Здравствуйте! Классно! Вот на вот этом поедем корабле. Поплывем, что же я. 300 человек он вмещает. Вот так все выглядит. Можно снаружи, можно изнутри. Ну вот, мы уже приехали, приплыли, потому что 5 минут ехать всего. Сейчас мы идем в автобус специальный, который будет нас возить по всему острову и показывает там всякие чудеса чудесные. Смотрите, кого увидели. Белочка. Дикая белочка. Да какая-то классная. Смотрите. Поедем вот на таком автобусе. Туристический автобус. Вот они вот такие вот. По всему острову. Вот здесь нужно покупать билеты, чтобы покататься на автобусе. Здесь снимали какую-то драму. Остров маленький, но здесь снимали фильмы корейские. Вот и вся экскурсия, вот и весь остров. Мы в кафе пришли и заказали еду. Вот, как он называется? Доширак. Доширак. Кимчи доширак. Его закрывают. Вот так она горячая, металлическая. И абракатабра. Абракатабра. Вот так вот трясут. Раз, два, три.
Класса по три. What happened? В общем-то, она не перемешалась, надо было посильнее. И поэтому она должна быть однородной, все, массы. Здесь фонтан. Так вкусно пахнет, божечки. Смотрите, как красиво. И погода просто чудесная сегодня. Болотце маленькое. Хорошо сделали, прикольно. Приехал, отдохнул на остров. Можно переночевать здесь, покушать, развлечься. С детьми тут вообще можно целый день провести. Но единственное, что здесь нет аттракционов. Ну а так на велосипедах покататься вместе, там походить по музеям, здесь музеи. Смотрите, кого я увидела. Кролик. Такой классный. Сидит, не боится. Ты мой ходосый. Рэббит. Смотрите. У-ху! Ноги его. Смотрите, кто здесь. Страусы. Я их боюсь вообще до ужаса. Странно, подняли голову. Ой. А они перепрыгнуть могут? Ведь, Артём. Они же могут перепрыгнуть? Да. Да что ты врешь? О боже, о боже. Он прям сейчас идет сюда. Я не буду. Я не буду. Сейчас схватите за голову. Привет. Привет. Все, они ушли. Они поняли, что я им не дам ничего покушать и ушли.